когда я жил дома, то есть я даже не думал про монастырь. Я начал проситься. Господи, оставь меня и поменяюсь. Еще чего-то. Постараюсь жить для тебя. Могу сказать, что в моей жизни тоже произошло такое Божье чудо и Божье призвание. Настенька, как там поживаете? Как Андрей? Да, а как там папа? Господь привел нас. Не брали никак, не хотели. Старый уже. Так а сколько? 35 было? 35, 35.